Итак, всем привет. Сегодня 4 октября 2016 года. Решил видео записать для себя на память, потому что сегодня такой особенный день. Я решил такие особенные дни записывать, чтобы, ну, короче, на память. Вот. Ну и, конечно же, выложу, кто посмотрит, окей, клево. Вот, короче, я иду вот в это здание делать себе татуировку. Вот, я очень много лет хотел себе татуировку. И я выбирал. Но я понял, что я так ни к чему не приду, нужно просто начать. И я решил сделать первую татуировку. Такая несложная надпись просто. Ну, эта надпись, она для меня значит кое-что, не буду ничего там рассказывать, потому что, ну, все татуировки, они же для себя. Вот, короче, ну, попробую там что-нибудь поснимать. Не знаю, мне стрёмно, конечно, блин, на камеру говорить. Я здесь-то нашел, вот, нелюдное место. Вообще никого нету. Вот, ну, в общем, все, погнали делать татушку. Короче, все сделал я первую татуху, даже первые две татухи. Вот, потом покажу. Или не покажу, не знаю. Вот, короче, мастер Дина в салоне «Кладовка». Кому надо, обращайтесь, контакты оставлю. В общем, татушку я хотел себе с очень ранних лет, так скажем. Но я заморачивался насчет того, что я именно хочу, потому что я думал, что татуха – это что-то такое для тебя должно значить. Ну, я и сейчас так думаю, но просто у меня было столько идей, что я не знал, что первое сделать. И тут я понял, что как бы уже сколько лет можно терпеть, надо, короче, делать. Я просто выбрал надпись, выбрал там рисуночек буквально за пару дней. И, ну, эта надпись для меня, да, она значит. Ну, и рисуночек тоже как бы несет определенное значение. Ну, в общем, я просто решил не медлить, решил не составлять там целую картину, не заказывать эскизов. Просто сделал, потому что иначе это опять бы все затянулось на 20 лет, я не знаю там сколько. Вот. Короче, сделал, все круто, это больно, это реально больно, я не знал. Вот, но терпимо, больно, но терпимо. Нога иногда подергивалась даже. Осталось теперь немного поухаживать, и уже все будет круто. Через 2 недели уже можно ничего не делать, все будет готово, вот. Так что татухи — это круто. Всем татух, всем пока.